Всем добрый день! Я рад всех приветствовать на строительной площадке объекта бизнес-класса ЖК «Архитектор». За моей спиной вы можете увидеть, как активно выполняются работы по устройству несущего каркаса надземной части здания. На корпусе номер 3 выполняются монолитные работы на 18 этаже. По корпусу номер 2 выполняются монолитные работы на 9 этаже. На корпусе номер 1 выполняются работы по устройству фундаментной плиты. Одновременно с этим на корпусах 2 и 3 выполняются работы по кладке стен и перегородок. В настоящее время по корпусам 2 и 3 выполняются работы по внутренним сетям теплоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции, устройства систем электроснабжения и слаботочных систем. Одновременно с этим уже приступили и активно выполняются работы по устройству фасада корпуса 3. А также фасада корпуса номер 2. Современные модульные фасады компании «Генезис» повышенной заводской готовности позволяют значительно сократить сроки строительства, а также повысить качество самих фасадов. В подземной парковке активно ведутся работы по прокладке инженерных систем, устройству стен и перегородок, а также мы приступили к работам по отделке тех помещений. С высотным объектом бизнес-класса ЖК «Архитектор», с его уникальными фасадами, планировками, видами из окон и отделкой вы можете познакомиться, зайдя на наш сайт.